Совершенно верно. Простая, смотрите, стекляшка брошенная небрежно, может как линзочка сработать, яркое солнце светит. Что случится? Пожар. Пожар, да. Или вот бутылка пластиковая. Придумал человек формулу, такую очень легко сделать. Такой материал, недорого, но очень долго разлагается. Сотни лет будет лежать вот так вот в лесу и никуда не денется. А там живут грызуны, вот эти самые, по этой лесной подстилке бегают. А тут мусор набросан. Будет мусор здесь лежать?